но идея сама по себе очень интересная, потому что дети, они не только к искусству в этот момент приближаются, но они сближаются и с родителями. Да, я привела маму в Арсенал, но сначала она отреагировала на это очень специфично, потому что это была выставка корейских художников, и она была немного потрясена тем, что это искусство, и это, ну, современное искусство. Но затем как-то она начала больше этим увлекаться, и уже когда она приходит сюда раз в четвертый, в пятый, она совершенно на все по-другому смотрит. Мы с мамой хотели построить замок Снежной Королевы. Мама начала делать. Потом я сделала такой флажок. Потом я сделала вот такой флажок. Мама добавила купол, фольгу. Я добавила тортики. Потом сделали человечка. Тут и мама, и Юля, и я участвовала. Вот, получился такой у нас замок. А вот эта, ну, фольга, она блестит, и нитки эти блестят. Потому похожие на северный домик. Мы живем, мы в какой-то колее бежим, бежим. Смысл жизни ищем. Заработать, накормить. Стереотип уже определенный выработался. Да? Потом я посмотрела сюда. Странное искусство. Не знаю, захотелось чего-то другого. Душевности. Захотелось детям сказать, что я люблю их. И они по-другому на меня взглянули. Мы понимаем, что приходит и очень маленький зритель, и такой уже зритель достаточно опытный, кому уже 6, там 8, 9, 10 лет. Поэтому все-таки им интересны разные вещи, они существуют в разном времени, в разном темпе. Поэтому мы понимаем, что раз есть семейная экскурсия для самых маленьких, есть семейная мастерская для самых маленьких, то почему бы не сделать еще и семейный спектакль? Тем более, что он еще одновременно выполняет роль такой промо-акции достаточно нового продукта, совершенно свежего. В Арсенале можно заказать день рождения. В принципе, день рождения можно сказать в разных музеях. Они, как правило, все очень разные, интересные. Но опять же, мы стараемся делать их особенными, потому что мы всегда льем воду на свою мельницу. Мы говорим так или иначе про цвет, про форму, про материал, про современные технологии, про современного художника. Но в такие минуты, когда здесь очень много детей, когда здесь много родителей, когда здесь такая идет жизнь, Арсенал становится невероятно живым пространством, где прям чувствуешь, как бьет эта сумасшедшая энергия, когда все взахлеб что-то такое делают, рассказывают, как это здорово, пытаются выбрать что-нибудь еще новенькое, возвращаются на какое-то место, где они уже что-то сделали. Вот это вот движение, вот эта динамика, вот эта вот невероятная какая-то живость, которая возникает именно в эти дни, она бесценна.